10 июля в профессионально-педагогическом колледже прошло вручение дипломов выпускникам 4-х курсов. Почетными гостями праздника стали первый заместитель администрации Бадыр Ахмедов, заместитель главы администрации, курирующий сферу образования Тагир Гаджиев, начальник отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева и инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД Зарема Магомедова. Первым с поздравлениями от лица всего педагогического коллектива к присутствующим в зале выпускникам обратился заместитель директора Казим Магомедов. Начинается ваша настоящая взрослая жизнь. Добрый путь. Желаю вам добиться всего того, что вы хотели бы сами. В свою очередь, Бадыр Ахмедов пожелал выпускникам идти к поставленной цели и стремиться стать востребованными специалистами своего дела. И провел церемонию вручения дипломов студентам, окончившим учебу на отлично. От имени главы города Зайнутдина Тагирбековича Ахмедова передаю слова приветствия, пожелания успехов. В вашей жизни это очередной переломный момент. Вы прошли учебу одно из лучших, не боюсь этого слова, учебных заведений республики и России в колледже, педагогическом колледже имени Зайнутдина Тагирбековича, который имеет свои давние традиции. Желаю успехов вам, выпускники, вашим родным близким, чтобы каждый из вас нашел свое место в жизни. Следующий диплом вручается Казим Магомедову Ахмеду, нашему спортсмену, студенту физкультурного отделения. Следующий диплом вручается Алида Джиевой Убайгана, также с отличием, наша активистка, спортсменка, красавица, наша гордость. Хотелось бы вручить студенту физкультурного отделения Абдулаеву Абдуле. Заместитель главы администрации, курирующий сферу образования Тагир Гаджиев, продолжил церемонию вручения и выразил благодарность педагогическому коллективу колледжа за плодотворный труд в обучении и воспитании на протяжении многих лет не одного, а нескольких поколений студентов. И хочу сказать, что в этом педагогическом колледже это преподаватели, которые провели огромную работу, и они сделали то, что могли, огромный вот этот вклад внести в образование, чтобы мы получили хорошее действительно образование. Давайте поблагодарим наших педагогических коллектив, педагогов, которые обучали, воспитали вас. С теплыми пожеланиями в адрес выпускников для вручения благодарственных писем активистам колледжа на сцену поднялась начальник отдела по делам молодежи и туризма администрации Айшат Атаева. Ребята, я желаю, чтобы вы себя реализовали полностью. Вот вы сегодня получили диплом специалиста. Обязательно в этой сфере, в той сфере, которую вы выбрали, реализуйтесь на 100%, потому что выпускники педагогического колледжа известны за пределами не только Хасавюрта, но и даже России. Благодарность руководству и педагогическому составу колледжа за вклад в обучение детей от лица родителей выразила мать одного из выпускников, Зоя Дамигова, которая, обращаясь к будущим специалистам, отметила, что нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно всегда учиться развиваться и самосовершенствоваться. От всех родителей низкий поклон преподавателям колледжа, которые несли свой вклад в образование наших детей. Большое вам спасибо за ваш плодотворный и благородный труд. А вам, ребята, я хочу пожелать здоровья, успехов и обязательно совершенствуйте свои знания. В этом году 173 студента профессионально-педагогического колледжа получили дипломы об окончании, из них 44 с отличием. В рамках праздника отличившимся выпускникам были вручены волонтерские книжки и благодарственные письма за активное участие в мероприятиях городского и республиканского масштаба. Для гостей и виновников торжества творческим коллективом учебного заведения была организована концертная программа. Курбан Гериханов, Пирмагомед, Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».